В Бресте состоялась 7-я отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусский фонд мира». В своем докладе председатель правления Брестского областного отделения фонда мира Лидия Романюк четко показала работу, проделанную организацией за последние 5 лет. Это очень важное для нас событие, мероприятие. Это наша очередная рабочая конференция, в ходе которой мы, конечно же, говорим и об успехах, и вместе с тем и о недостатках, и намечаем планы свои на будущее. Сказать, нам есть о чем сказать на конференции, потому что у нас много интересных проектов. Организации Фонда мира области принимают активное участие в республиканских акциях. За все время своего существования общественная организация провела сотни мероприятий и конференций, основная задача которых – мир и согласие в Беларуси, а также поддержка молодежи, создание условий для единения граждан нашей страны. Пристальное внимание было направлено на развитие патриотизма молодого поколения. В рамках одного из проектов общеобразовательным учреждением нашей страны присваивался почетный статус «Школа мира». Наша гимназия стала первой в Бресте, которая получила звание Школы мира. Мы добивались этого звания с мая прошлого года. Мы выдвигали нашу кандидатуру довольно-таки давно. И как бы мы сделали очень много проектов, волонтерских, например. И когда мы получили это звание, мы создали Школу мира. Туда входят 20 самых активных ребят из нашей школы с 7 по 10 класс. Я считаю то, что если у меня есть какое-то стремление сделать добро людям, то я должна как бы показывать его и делать что-то для этого мира. И сейчас я принимаю участие во всех акциях, которые организовывает моя школа. Добиться всех намеченных целей, а также реализовать каждый задуманный проект. Это и многое другое с легкостью получается у представителей Белорусского фонда мира. И неспроста, ведь каждый из них прилагает все усилия для осуществления того или иного плана, а результат виден на счастливых лицах молодежи. Мы проводим исследовательские работы, участвуем в международных научно-практических конференциях, посвященных Великой Отечественной войне. Детям надо знать нашу историю, и не только детям, но и родителям. Мы на этом акцентируем внимание и приглашаем также наших и районные наших представителей организации. Каждый человек должен остановиться, проанализировать, поставить новые цели и задачи и двигаться дальше, вперед, с большей уверенностью. Брестское отделение Белорусского фонда мира будет продолжать осуществлять свою деятельность и далее. Задуманных планов, как обычно, немало, но главное из всего этого – объединение граждан, неравнодушных к будущему нашей страны, а также создание процветающего общества.